28 августа 2019 года в администрации Мурманской области прошло первое мероприятие из запланированного цикла обсуждений в арктических регионах проекта разработки стратегии «Арктика-2035». В стенах правительства региона обсудили стратегию развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, которую в настоящее время разрабатывает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Наш подход заключается в том, что, безусловно, на севере должны быть, безусловно, совершенно другие условия с точки зрения качества жизни. Участники познакомились с интерактивной цифровой платформой arctic2035.ru, разработанной ПАРА. С ее помощью любой житель области может отправить свои предложения для обсуждения экспертами и включения в стратегию развития Арктики. Участие в мероприятии с помощью видеоконференц-связи принял и заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. В итоге было выделено несколько векторов: повышение конкурентоспособности арктического малого и среднего бизнеса, корректировка полярных льгот в рамках пенсионной реформы, налоговые стимулы для новых и существующих предприятий, возвращение полярных выплат для молодых специалистов, а также поддержка культуры и традиционного образа жизни коренных народов. Туризм выделен как новая точка роста экономики Мурманской области. Для этого необходимо решить вопрос с экологическим ущербом, который мешает развитию отрасли. На мероприятии успели обсудить идеи, собранные с цифровой платформы, а также предложения общественности, бизнеса и экспертов. Следующее заседание пройдет уже в Архангельской области 10 сентября. Пора решить, как будет развиваться Арктика.